нашу просьбу откликнулись ведущие профессиональные сообщества. Расписан график, график опубликован на сайте ОСИ, семинар. Я могу ответить четко, как организовано в России и как будет сделано. Вопросы сложные, мы несем нагоняем сообщения, но тоже готовы. Конечно, семинар, может быть, будет ужин по аудитории, но, так сказать, будет посвящен работе. Мы рассчитываем с разъяснениями к экспертам уже из государственных органов, дадут свой компетентный ответ, и мы его... Мы как агентство и дальше будем продолжать, значит, поддерживать интеграцию, именно поддержку предпринимательского сообщества на этой территории. То есть я думаю, что вот в ближайшие 3 недели, то есть график семинаров у нас публичен на сайте. Более того, мы открыли горячую линию даже на сайте поддержки предпринимателей города Севастополя, Республики Крым. Там как раз большое количество обращений тоже идет, причем таких предметных и по семинарам, и по конкретным случаям. И вот мы адресно разбираем, помогаем в ручном режиме решать сложившиеся проблемы.